Всем привет, друзья! Прошла ровно неделя. В это время неделю назад я ехал в Припять, Чернобыль, к реактору. Сегодня мы едем на очень серьезное событие. Впервые в истории оффроудного спорта Украины. РФС будет в Прилуках. Но я думаю, что такое Прилуки, кто смотрит наш канал Просто Оффроуд, те знают. Там всегда четко. Плюс еще погода, видите, внесла вот такой сюрприз. Просто выпало нормально сантиметров 15, наверное, снега за вчерашний вечер и день. И сейчас будет, я думаю, очень весело. Едем на Бэхе семерке, чтобы быстро доехать, все вам показать. Постараемся ничего интересного не пропустить. Ну, РФС это всегда сложно, так как несколько спецучастков открыто одновременно. Так, друзья, летим. Известный джипер перед нами. Проехали процентов 30, наверное, до Прилук. Дорога более-менее. Лёня звонил, он говорил, местами жесть, но может дальше будет, говорит, езди. И по снегу шли. Но они уже на месте. Они рано выехали. Это Ян на лендровере. Так, вместе идем. Да, почти соточку валит он. Ехал медленнее, я его обогнал, но видно, понял он, что опаздываем, и прибавил. Думаю, будет сейчас экшен. Погода шикарная. Да, вот и жесткие места, про которые говорили Юля с Леней. Вот так уже чуть прокатали, я так понимаю, с утра, наверное, было тут вообще. Дорога, говорят, очень тяжелая. Но, говорю, на самурае, конечно, понятно, что тяжело. Дорога все-таки более раскатанная в сторону Прилук. Встречкам сложнее. Это все на РФС, наверное, едут. Мы тут Яна обогнали. Нету грузовиков, никто не мешает. Снега тоже там не было. Что вам сказать из положительного? Дорога вся в латках. Но они есть и свежие. И это радует, что люди не бьют колеса. Обычно в это время была жесть. Тут везде свежие латочки, то есть после схода снега пару недель назад все подлатали уже. Насколько разное ощущение скорости. Но на этой машине 80, это вот вроде как почти не едешь. А на Мега УАЗе 80, это вроде уже все. Сейчас оторвешься в атмосферу, выйдешь. 140 разогнался. Черт, теперь опять тошнить. Там маршрутка впереди, 60 едем. Лёня говорит, на брифинге уже. Лёня говорит, кардан ему еще надо поставить. На переднем приводе дубасил. Говорит, сзади как бы он там не в идеальном состоянии. Говорит, я решил снять, чтобы его по трассе не мучить.
Да, тут таких пару переметов я со встречками еле разминулся. Неприятные такие, просто вроде асфальт, ничего нет. Раз — и перемет лежит посреди дороги. Вот так валим. Неожиданный поворот тут. Намело как. Неприятно. Местами опасно. Вон, смотрите, тут как намело. Мне еще далековато. Что-то еду. Когда спешишь, кажется, долго всегда. Но уже далеко на самом деле. Вспомнил, наверное, в этом селе мы как-то ночью тут ломились. Вывески новые повесили. Ломились, пытались воды набрать. Вроде как здесь, не помню уже точно. Ну, что тут за жесть? Охренеть. Куда-то мы. Объезд через низ. Мост развалился. Да, неожиданный поворот. Я еще думаю, там кирпич висел. Видно, повесили, когда развалилось, и объезда не было. Не, вон там еще что-то впереди, непонятно что. Что тут произошло? Какой-то апокалипсис. Все разваливается. Так. Офигеть вообще, и как нам доехать? Там тупик написано. Тут что-то строят. Неожиданный поворот. Офигеть, короче, дороги нету. И проехать нельзя. Надо возвращаться и объезжать через Прилуки. Блин, вот это засада. Такая семерочка, не бэха, но в тюнинге, в местном. Красивая церковь какая. Сразу экскурсия по Прилукам. Мы тут в пробке не стояли. Да, тут все красиво. 8 минут пишет до места. Мы наконец доедем. Зима лютая, асфальт почти не видно. Елки, сейчас будет оффроуд на бэхе семерке. Через 300 метров поверните направо. Через 300 метров направо, но тут вот направо указатель стоит, красавчики. Не знаю, успел, ну, в любом случае успели. Наверное, сам старт как.
Сзади тоже болит, переднеприводный едет. Ну, такая земля подмерзшая. Подмерзшая. Вижу лагерь. Вижу лагерь, вижу. Сейчас. Подмерзшая. Ну, болотца есть тут. Хотя последние дни, ого, сколько машин, людей. Последнее время были морозы немножко. Из-за этого все подмерзшее. Так, хорошо тут. Сейчас будем смотреть, что тут происходит. Дорога в лагерь. Просто как по асфальту, я переживал. На семерке отлично. Так, вижу внедорожники. Это участник, видимо. Сейчас где-то стать бы. Ага, вижу ленты. Сейчас паркуемся, короче, и смотрим. А вот и Димон, вот и Юрец. Все тут, в общем. По сушкам поехали уже. Так надо бежать уже, елки. Дима, ну едь куда-то, Дима. А ты будешь участвовать? Вот этим он будет участвовать. На сутулой собаке. На сутулой собаке. Так, слышны звуки со всех сторон. Да, уже пошло движение. Чуть-чуть мы все-таки опоздали. Но ничего. Короче, надо идти туда, в сторону болота. А вон и Ванька на каталажке. Ёлки-палки, вот этот человек, где он? Где он? Привет! Привет! Ну где спецучастки? Сейчас будем. Куда ехать? Подвезите куда-нибудь хоть. Что, ты чинишь уже? А, спускаешь? Короче, за ночь сегодня раздатку перебрал до 6 утра. О, нормально. А вот вчера ставил другое сцепление с 2.9 и коробку менял другую. Ну, такую саму просто. Просто новее? Ну, блин, машина, я тебе скажу, выглядит неплохо. Неплохо выглядит. Как-то еще жестче она стала выглядеть. Зима прошла, да? Соли. Ну, поехали куда-то. А ты участвуешь? Ну, да. Кто? Ну, а что я про РФС? В РФС? Да, ну, какие-то. РФС для слабаков. Стой, стой, улетело что-то. На, я поймал. А ты на чем? Я на бэхе семерке. Ну что там? Ну блин, все сломалось. Ну что? О, так тут. А, мене, значит, смеется, да, все, все, блин, ломается. Все ломается. Где я смеюсь? Я не смеюсь, я радуюсь, блин. Каталажка апокалипсиса. Слышь, хоть бы ты снег убрал, елки. Ну ж легче идти будет. Давай я помогу. А развесовка типа правильная? Бензобак тут все есть. Все резко началось. Сейчас давайте, кто не видел. Ну тут изменений немного. Руль от Мерседеса. Слышишь, а руль? Ваня, а руль был другой? Не, это новый. А, не было середины, да? Да, середины не было. Ну я же смотрю, что-то поменялось. Ну тут все на месте, да? В оригинале. В оригинале, да. Так, а вот с Харькова УАЗик. Тут серьезные участники. Будем сейчас смотреть, куда они едут. Да, снег. Снег добавил экстрима, да, чуть-чуть? Да, да, да. То без снега было бы не то.
Так, Вова тут есть уже. Сразу параллельно два соревнования. Опа, там провалился, надо наверх. Ну там хорошее место. Да тут везде хорошие места, такие, что... Что, пробовать ехать? Нашел! Банда белого волка тут. Блин, со Львова ребята приехали даже. И вот открывают. Это не РФСИ. Встретил мажоров со стеклоподъемниками, с магнитолой. Нормально вы. Так где, куда идти? Где движуха? О, хорошие. Хорошие места тут. Мажоры в РФСИ. Это танчик, ну. Тяжелая машинка, но. Ну крепкая. Вот самурай, это тоже РФСИ. О, тут хорошо уже. Тут и был спецучасток в прошлые годы. Ого, там исполняют. Выиграем, брат. Это подводный патрул, кто не видел, посмотрите. Красиво идет. Ого, как он так развернулся? Серега. Серега, отойди, там опасно, Серега. Серега, это не в Париже, отойди, тут опасно. Я отойду. Я уже пришел. Привет. Я его подталкиваю. Да не, ну это помощь, сейчас его дисквалифицируют. Блин, слышно, ты и себе такую палку, наверное, тоже. Привет. Ёханы бабай. Сейчас будет экшен. Да! Тихо. Сейчас будет экшен. Спарта! Слышишь, а сегодня он под землю, под воду не уйдет, наверное. Тут воды немного, да, Саня? А что ты не снимаешь? Ты ж блогер, елки. Я? Зачем это снимать? Ты же это все заснимешь. А. Люди на это посмотрят. Я снимаю то, что ты не заснял. Правильно. Зачем? Ну, пусть смотрят у тебя одно. Мужчина, я тут тихо, стоял. Тихо, сейчас будет экшен. Ёлки, Валера, ну ой. Ты же не участвуешь еще. Валера, привет. Привет. Ну мы лучшие. Ну, да? Валера, привет, говорю. А что ты про... Я не видел. Ты проехал уже? Я да. А где дальше? Да дальше сейчас думаю. Дальше я... А где Поляндрик? Ого. Пошел на финиш. Ёханы бабай, как он там. Подальше держаться. Как он там едет? Слышишь, гейгера сейчас, слышишь, трещит, слышишь?
Хорошее место. Выход. Красавчики. Это хищник. Я и не узнал его сдалека. Бедные лапландеры. КЗ 44 колеса. Диски-ковочка. Бомба. Ух ты, ёлки. Красиво было. Красиво было. Амортизаторы новые какие модные. Не хватило клиренса даже с этими колесами. Молчать, отставить! У меня есть штурмана! Когда нет снега, по этому карьеру ездит копейка обычно вообще. Без лебедки. Бутылкой по голове, как на основе, работай! Юра, работай! Валера на Грандии! Валера на Грандии! Ты с такой елки тягаешься, как усы у бабушки. Что-то елки слабые. Вова, привет! Ты что, застрял? Да, бачите, колеса не те одел. А что, это маленькие? Да. 44? 39. А, это 39-й? Это Тондова. Это Тондова. А я смотрю, вроде меньше, мне так и показалось. Я ж сдалека не узнал тебя. Чистика не узнал. Ну, а колеса ж маленькие. Володь, ты прав, назад и ходиком ебать. Да, да, надо было, блядь, подтянуться на. Так, каким-то там неимоверные усилия штурман прикладывает и елки держит. 8 попыток уже залебедиться, но пока безуспешно. Очень, очень скользко тут ходить по спецучастку. Жанка трусы, звозила до баби, поняли? Да, звозила труси до баби, він не пойме до якої. Ігорьочек. 20 секунд. 15 секунд. Что-то в относительно несложном месте. Да. Так, это Игоря. Тойота знаменитая. Что-то поменял он. Тут она стала ниже. Мосты. Лапландеры снял, наверное. Сейчас посмотрим ближе.